Во дворце спорта «Триумф» провели физкультурный парафестиваль. Спортивный праздник, организованный в честь Старого Нового года, на одной площадке собрал детей и взрослых. Полученными эмоциями они поделились с нашей съемочной группой. Адаптивной физкультурой в Люберцах занимаются более 100 человек. Самые активные и целеустремленные сегодня в этом зале. Для участников фестиваля эстафета с мячом, бег с препятствиями, игры на ловкость и реакцию. Праздник отличный. Так как у нас ребенок особенный, у него очень много ограничений, и мы практически не бываем на таких праздниках. А здесь мы можем почувствовать себя, как обычная семья. Мне понравился праздник. Всего интересного. Вот сейчас мы проходим эстафету. Такой фестиваль еще раз подчеркивает, что спорт – это территория равных возможностей. Здесь каждый смог найти занятия по силам и интересам. Здесь задействованы в основном дети, чтобы привлечь их к здоровому образу жизни, помочь им в реабилитации, в адаптации. Диагнозы совершенно разные. У нас и слабослышащие, и слабовидящие, и аутизм, и отставание в развитии. Помочь им адаптироваться в нашей непростой ситуации – это наша главная задача. Для людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили и другие виды активностей. Участники фестиваля могли поиграть в настольный теннис и проверить себя на меткость. Тут все пытаются доказать, что ловкость, спортивность, быстрость. Наша команда пытается выиграть и победить в этом конкурсе. И дети вырвали победу у взрослых. Физкультурный парафестиваль в округе провели впервые. Но его участники и организаторы уверены, он станет традиционным. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.